пламени. Лишь серый порошок, было бы правильнее, чтоб кто-то его поджег. И если я короб, то не надо семи пядей во лбу, чтоб догадаться, что спички сделают бадабу. Кубаку, абы как, мутит рэп в атакат. What the fuck, никогда я б не стал делать так. Думал, this man exists, это лишь пара панчей. Я чик, улыбаюсь, как милашка Эштон Катчер. Минималистичный минус в тандеме с русскоязычным флоу. Острый, как лезвие винус, объемный, как жопа джелоу. Мы вынимаем спички из карманов, жжем и тут же тушим. Выступаем против пироманов Саакашвили и Буша. Мой порох это кепки и кеды, крепкие дреды, клэпы и хэты, стуки по пэдам. Но вы сути в этом вряд ли увидите, если вам все фиолетово, как не фанатам гражданской обороны фиолетово. И я взрываю, но в отличие от террористов, мой порох и искры — это несколько треков на дисках, несколько мыслей, эквивалент тротилу, экстравагантных, как Мадлипа Джей Дила. Не верь тому, что говорят, верь аргументам. Все даты на календарях сотканы из моментов, и в них способны расставить точки над «и» те, кто ищет, и те, кто способен найти. Не верь тому, что говорят, верь аргументам. Все даты на календарях сотканы из моментов, и в них способны расставить точки над «и» те, кто ищет, и те, кто способен найти. Все знают, кто тут номер один, и без вопросов я всех вас, как Буратин, оставил с носом. Ужасный, как Оззи Осборн, милый, как Пэрис Хилтон. Йо! В шортах и кроках, кубок, в обносках килта. Вопрос, каким был бы взрыв, если вместо взрывчатки был бы рэп? Давай протестим, выплеск энергии был бы таким же, в том же режиме. Но люди были бы живы. Если выбрал место и дату, то куда-то надо потихо спрятать и подключить детонатор. Будь он прост или моден, как Кадиллак, МС с ним сделает бомбой даже два слова. Как дела? Порох, спорох, удел милитаристов. Мы же храним в голове то, что у них хранится в канистрах. Множество мыслей, эквивалент тротилу, экстравагантных на вид, но с понятным мотивом. Не верь тому, что говорят, верь аргументам. Все даты на календарях сотканы из моментов, и в них способны расставить точки над «и» те, кто ищет, и те, кто способен найти. Не верь тому, что говорят, верь аргументам. Все даты на календарях сотканы из моментов, и в них способны расставить точки над «и» те, кто ищет, и те, кто способен найти.